Собираясь на матч чемпионата мира, будьте готовы к мировым стандартам безопасности. На входе всех отелей вам придется пройти через металлодетектор и, конечно, воспользоваться рентгеном телевизионной установки. Системы видеонаблюдения в отелях функционируют уже по умолчанию. Вот здесь, например, больше 700 камер. Ваши передвижения будут под взором ради вашей же безопасности. При необходимости их предоставят полицейским. Они, в свою очередь, обращают внимание отельеров на планы эвакуации. В свете недавних телефонных атак террористов этот вопрос на особом контроле. Отели, на самом деле, ну, бывают самые разные, да, то есть бывают на 15 номеров. Вот, а бывает на 300 номеров. Ну, вот, и очевидно совершенно, что и с точки зрения там, возможностей по обеспечению безопасности, они абсолютно там, обладают разными возможностями. МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, прокуратура, Роспотребнадзор. Отрадно, что диалог получается достаточно живой. Этот и вопросы Санпина, квалифицированных кадров, постановки на учет иностранцев и логистики сегодня обсудили на конференции по безопасности. Во время проведения чемпионата также будет усилиться охрана. Все есть, кнопка, также в каждом номере есть информационные листки, то есть как себя вести при пожаре. Так предстоящий мундиаль должен пройти без чрезвычайных происшествий. А болельщики других команд убедятся в безопасном сервисе и, возможно, вернутся в Казань уже без особого повода. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухаметов, ТМВ, Казань.